свое, свое. Ну так хочется, ну нам 20 лет, ну надо уже свое помещение, свое какое-то. Свой, ну, площадь свою. Он сказал, да что ты с ума сошла? Нет, 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 давай здесь гармонизировать, давай вот, чтобы все. Да, враги помирились, мы там работаем. Но все равно очень хочется своего, да? И я вот сколько не говорила Сергею Николаевичу об этом, я чувствую, что у меня нет, вот знаете, как вот основы земли, да? Я вот говорю, а все как вот так вот улетает. Вот нет чувства стабильности, вот какой-то такой заземленности. Ну, и думаю, господи, ну пошли, ну хоть какой-нибудь знак, ну надо, надо. А Коля у нас в это время был в Индии, в ашраме. Вот, и он, и сразу вот как-то отозвался он. Позвонил и говорит, Ирина, вот тут такие ганеши, ну такие ганеши, такие ганеши. Ну давайте, давайте вот это самое купим в центру в подарок. Ну вот так, да, ганеша, бог мудрости, богатства, благополучия. Вот Сергей Николаевич еще не видел, не знает. Мы ему вручаем на жертву. Строим сейчас, он у нас спрятан. Вот такой вот, он очень тяжелый.